каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Февраля Росавиация дала разрешение на запуск в работу всей реконструированной взлетно-посадочной полосы аэропорта Кызыл протяженностью 2700 метров. 13 февраля первым на обновленную полосу приземлится АТР-42 авиакомпании «Нордстар», прибывший из Красноярска. Для этого функционировала лишь часть обновленной полосы. Напомним, взлетно-посадочная полоса была введена в строй в 70-х годах прошлого века и нуждалась в реконструкции. Инвестиционный проект «Реконструкция аэропортного комплекса Кызыла» реализовалась в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России». Стоимость проекта более 3 миллиардов рублей. Воздушная гавань Тувы принимает самолеты 3-го и 4-х классов. Это Ту-154, Ил-18, Як-42. Теперь после завершения реконструкции авиапредприятие открыто воздушными судами любого типа. Новая взлетно-посадочная полоса будет оснащена новой необходимой инфраструктурой, системами электроснабжения и светосигнального оборудования, стоянками судов, новыми рулежными дорожками и так далее. Красноярск. Стат подготовил информацию по брачности, рождаемости и возрастно-половому составу населения Тувы. На начало 2017 года в республике проживало более 150 тысяч мужчин и более 160 тысяч женщин. На 1000 мужчин приходилось 1089 женщин. В возрастной группе 40-44 года на 1000 мужчин приходится 1225 женщин. В возрасте 60-64 года 1452 женщины. В группе 80 лет и старше на 1000 мужчин приходится 2762 женщины. Большинство территорий Тувы характеризуется преобладанием женского населения. Наибольший удельный вес женщин отмечен в городах Кызыл и Агдавурак и составляет около 54%. Больше всего мужчин проживает в Терехольском и Улукхемских районах. Их удельный вес здесь составляет более 50%. За 2017 год в республике заключено более 2000 браков. Наибольший коэффициент отмечен в Тисхемском и Мангун-Тангинских районах. Меньше всего в городе Агдавурак и Тонжинском районе. За прошлый год в республике было расторгнуто чуть больше 560 браков. Коэффициент разводимости выше всего отмечен в Кызыле, а также в Чедыхольском и Кызылском районах. Меньше всего в Терехольском и Сутхольском районах. Мэрия Кызыла сообщает о работе городского транспорта в дни шага. Работа общественного транспорта в дни празднования шага будет организована силами индивидуальных предпринимателей и МУП «Кызылгортранс». В ночь с 15 на 16 февраля маршруты номер 1А, 30А, 14, 15, 3, 12, 6А, 4А, 7А, 18, 25 будут ездить по своим утвержденным схемам. Жители правобережного микрорайона до горы Дагэ будут обслуживать маршруты 7А, 18, 25. До горы Дагэ и местечко Кадарчи, где будет проходить обряд Сансалары, горожан довезут автобусы МУП «Кызылгортранс». 4 паза с интервалом 30 минут отработают с 22 часов 15 февраля до 6 утра 16 февраля. Маршрут движения ТЭЦ, Хурейрзинский, Восток, Училище искусств, улица Щетинкина-Кравченко, район Тувинской государственной филармонии и местечко Кадарчи. 16 февраля с полпервого ночи маршрут 6А. Южный, Машзавод, Башня, Больничный городок, Агентство «Детский мир», Почта. Далее по улице Интернациональная, по улице Щетинкина-Кравченко, правый берег, гора Дагэ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в этом году межбюджетных трансфертов в рамках госпрограммы. Развитие транспортной системы. Как указано в документе, общий объем финансирования в 2018 году по этой программе составляет свыше 17 миллиардов рублей. Распределены они будут между 30 регионами России, которые смогут потратить эти деньги на ремонт и строительство автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
значение. Больше всего средств из федеральной казны получит Хабаровский край. Из регионов Сибири в этом году деньги от государства на строительство и ремонт дорог получат только Республика Тыва и Томская область. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 77 копеек. Евро – 71 рубль 17 копеек. Еженедельник Тува ТВ и такси «Апельсин» объявляют новый фотоконкурс. Такси заказывали? Прими участие, закажи такси «Апельсин», сделай оригинальное фото, в кадр которого попадет автомобиль и логотип «Апельсина». Придумай креативную или забавную подпись и получи возможность выиграть главный приз – 5000 рублей на поездки. Мы ждем ваши фотографии на электронную почту nvek17@mail.ru. Срок приема фотографий с 31 января по 21 марта 2018 года. Подробности читайте в еженедельнике Тува ТВ. Справки по телефону 23 323. Делегация из политехнического колледжа города Улан-Гома УВС Аймака Монголии накануне шага побывает в Кызыле. Заинтересованность в сотрудничестве выразила ранее монгольская сторона. Об этом шел разговор и во время недавнего пребывания в Улан-Гоме делегации из Кызыла. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве по обмену опытом, стажировке педагогов и студентов. Во второй день пребывания монгольской делегации профтехобразования прошла рабочая встреча с заместителем министра образования Тувы Сайзана Таву. Состоялось обсуждение возможных направлений сотрудничества, в частности, организации совместного проекта по открытию мини-цеха по обработке шерсти с целью изготовления юрт. Предварительно было решено организовать рабочую поездку, стажировку педагогов и студентов из учреждений среднего профобразования республики и политехнический колледж города Улан-Гома. Отмечается, что политехнический колледж Улан-Гома, как и другие учреждения среднего профессионального образования, не так давно были переведены из системы Министерства образования Монголии по опеке Министерства труда и социальной защиты. Их учебные планы согласовываются с потенциальными работодателями выпускников, а процент трудоустройства выпускников и их востребованность является главным критерием оценки качества работы колледжа. В четырех храмах Кызыла сегодня прошел обряд Дугжуба. Он проводится в 29-й лунный день в канун первого весеннего новолуния. В это время в семьях идут последние приготовления к шага. Дугжуба – праздник символического уничтожения в огне врагов веры, который проводится в монастырях обычно за 2 дня до празднования Нового года по лунному календарю. Для этого обряда изготавливается сор – высокая, увенчанная черепом пирамида из реек, бумаги и долгана, напоминающая наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в сор вкладывают плохую карму общины за прошедший год, а затем торжественно сжигают его на костре. На этот молебен принято обтираться дома кусочком долгана или ткани, представляя, что собираешь все плохое – болезни, порчу и негативные эмоции. Затем этот кусочек долгана или ткани нужно бросить в костер, который будет гореть во дворе храма. И считается, что все плохое, что накопилось за этот год, сгорает в костре. В Кызыле определены победители кастинга среди детей для участия в программе телеканала «Карусель». Претенденты, мальчики и девочки от 7 до 15 лет, боролись за право представить республику в детской программе телеканала «Карусель» в Москве. Всего на кастинг подавали заявки около 30 детей, среди которых ребята из Дзунхемческого, Эрзинского, Тисхемского, Байтангинского, Кызылского, Тоджицкого районов и город Кызыл. По условиям отбора каждый кандидат должен был подготовить 3-минутный рассказ о Туве, с чем справилось большинство участников. Однако, по словам жюри, было заметно, что выступления некоторых детей носили скорее заученный характер, нежели выразительный рассказ. Поведение на сцене, внутренний эмоциональный баланс кандидатов, умение быстро сориентироваться в заданных ведущим вопросах – этим требованиям соответствовали, по мнению жюри, лишь немногие. По итогам кастинга были отобраны 4. Победители кастинга уже
уже начали подготовку согласно рекомендациям жюри. Запись программы на телеканале «Карусель» запланирована на 21 февраля. Радиостанция «Голос Азии» запустила новый сезон радиоквеста «Замес майонез». Теперь участники квеста будут сражаться в смекалке за подарки от магазина «Химтоп» на Аюнакурсиди 103/1. Для участников они приготовили безопасную линию натуральных средств для стирки белья, посуды и не только. Но чтобы получить подарки, слушатели должны разгадать загадку. С помощью нее становится ясно, где в Кызыле ведущие спрятали приз. Побеждает тот, кто первым обнаружит это место и приедет туда первым. Замес майонез. Ура! Поздравляем вас! Ой, спасибо большое. Радио будет разыгрывать подарки от магазина «Химтоп» на Аюнакурсиди 103/1 всю неделю. Играйте вместе с радио «Голос Азии» каждый день по будням с 13 до 14 часов. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, местами небольшой снег. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ночью минус 24, минус 26 градусов. Днем минус 13, минус 15. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.